Жители Мурманской области приглашают на онлайн-прогулку по Поклонной горе. Новую видеоэкскурсию на своем YouTube-канале разместил Музей Победы. Гид расскажет об исторических событиях, связанных с Поклонной горой, и памятниках, установленных в парке. Зрители узнают, что символизируют террасы, аллеи, дорога войны и кому посвящены расположены на ней бронзовые стелы. Также они увидят самый высокий памятник Москвы, монумент Победы, и услышат историю его создания. Завершится виртуальная прогулка у стен музея. Онлайн-гости услышат историю создания учреждения, а также узнают, когда и как на Поклонной горе появился вечный огонь. Поклонная гора представляет собой холм на западе Москвы. Свое название Поклонная гора получила от древней традиции. Каждый, кто прибывал в город, должен был отдать поклон златоглавой столице. Именно здесь поклоном встречали важных лиц. Это могли быть князья, гости города или послы иностранных государств.